Страна была до того малюсенькой, что когда проводился военный парад, армия маршировала на месте от начала парада и до конца. Ибо если подать другую команду, не на месте шагом марш, а шагом вперед, очень просто могла бы начаться война. Первый шаг был шагом через границу. Страна была до того малюсенькой, что когда чихал знаменитый булочник, знаменитый тем, что он был единственным булочником в этой стране, так вот, когда он чихал троекратно, булочники из соседних стран говорили вежливо: «Будьте здоровы!» И ладонью стирали брызги со щек. Сядьте, почтение, пожалуйста.